Почему? Ну потому что по сравнению с первым разом он так не играл, он меня переспал. Может, он просто как обычно наг слился, тактика наг сливаться. А какая тактика? Мы играли сначала на 2К. Потом он просто их отыграл и выиграл. А почему он сразу не выиграл? Сам подумал. Он еще пере... он выходил, да, с игры? А, и пришел на 10 минут, на битве. На дуэли. Че, все с ГХ больше никогда не дружите? Да не все нормально, потом будет. Никого не хочешь. Уже сливаться вид. Все равно он рандомит. Норм. Да. Виби. Это не пух, это Виби. Блин, если бы с ним играл, то все равно. Если бы я позавчера играл со Спуки или вчера даже, я бы его выиграл тоже. 100%. А не сейчас. А сейчас я им просто сливался. По такой фигне. Я не знаю, по фигне ему слился. Я последнюю дуэль, я ему тоже по фигне слился. Я блоки не мог ставить. Вот то же самое. Я столько пропускал. Я столько пропускал. Хочешь прикол? Я 3 удара подряд пропустил. Не в своих дуэлях просто. Прикинь, да? Ну ты почти то же самое. Я столько пропускал. Вот даже сейчас столько ударов пропускаю, не знаю почему. Обычные удары пропускаю. Я не могу поставить, серьезно. Серьезно. Все, я пошел, я не хочу варбан играть. В жопу это варбан лагающий. И хостинг фианы говно вонючий. Ладно, я наверное выйду нахер. Сурбандова ничего. И в КС-ке тоже сейчас играл, не повезло. Вот я сначала в КС-ку зашел, потом в Арбан зашел. Думаю, зря нахер зашел. Зайду на ютубчике, что-нибудь посмотрю. Убей Фиана. Я в КС бы сходил, но у меня левел недостаточно. Чай. И одному скучно. Ладно, короче, я это пошел. Давай. Я выхожу, ладно. За что я позвоню, давай. Все равно сейчас не прет в Арбане. Надо завтра играть уже. Или сегодня вечером, не знаю. Мамки, если не будет, мамка. Если не приедет, то будут ночью, наверное, ночью посижу немного. Ладно, давай.